Всем привет! Меня зовут Асель, я инженер компании Hilti Казахстан. Как инженер я занимаюсь в первую очередь продвижением инженерных продуктов на объектах. Я отвечаю за техническую сторону сделки, подбираю решения, делаю расчеты, прорабатываю аргументацию на всех этапах строительства для проектировщиков, подрядчиков, а также застройщиков. В нашей компании руководство всегда открыто общается с сотрудниками. Здесь правильно выстроены взаимоотношения между коллегами. В такой атмосфере очень комфортно работать. Коллеги поддерживают друг друга, мы мыслим в одном направлении. Если возникают какие-либо вопросы, мы их решаем здесь и сейчас. За что я люблю свою работу? Компания предоставила мне большие возможности для моего собственного развития. Я начинала работать в фасадном направлении, сейчас работаю в направлении энергетика и промышленность. Я работала техническим инженером, участвую в международном проекте совместно с нашими клиентами, сейчас развиваюсь в полях. Каждая позиция – это новый вызов, новые возможности. Это работа, которая ежедневно заставляет двигаться вперед, не дает сидеть на месте, вдохновляет меня на изучение нового. Я рада, что 6 лет назад выбрала для себя Hilti, а Hilti выбрали меня. Мне нравится, что я всегда могу проявлять инициативу, раскрывать свои таланты, есть возможность карьерного роста. Компания дает возможность мне применять мои навыки в различных интересных проектах. Я считаю, что если делать свою работу без запала, без искры в глазах, то лучше вообще не начинать. Передо мной ежедневно возникают десятки инженерных задач, и я нахожу для них решение. Здесь каждый может найти для себя что-то новое, интересное, находиться в тонусе постоянно. Есть предубеждение, что строительная сфера – это больше мужская работа, чем женская. Но по моим ощущениям, девушки могут справляться не хуже мужчин. Да, к нам высшие ожидания со стороны клиентов. Они могут отнестись к сомнениям, когда к ним приходит девушка и предлагает какие-то инженерные строительные решения. Поэтому нам нужно постоянно учиться и развиваться, чтобы клиенты видели наш профессионализм. А еще мне кажется, что женщины более гибкие и могут найти свой подход к работе. В моей работе мне очень помогает мое инженерное образование. Я инженер-строитель. Но помимо этого важно хорошо готовиться и планировать, прежде чем идти к клиенту, а также уметь слушать и задавать правильные вопросы, чтобы определить потребности клиента и подобрать лучшее решение. Мне нравится, что в моей работе я могу применять не только свои технические знания, но в то же время развивать универсальные навыки, такие как проведение переговоров, выстраивание взаимоотношений с клиентом. Здесь я встретила замечательных людей и друзей. Hilti для меня это семья. Мы всегда готовы прийти друг другу на помощь вне работы. Здесь люди дарят эмоции. Несмотря на то, что мы находимся в разных городах Казахстана, мы все одна семья. Я благодарна компании, в которой работаю, за огромный опыт, за заботу о своих сотрудниках и за большую семью Hilti. Если у вас остались нереализованные амбиции и потенциал для развития, и вы знаете, что можете сделать больше, чем вы делаете сейчас, или вы готовы постоянно учиться чему-то новому, давать новую информацию клиентам и партнерам, то Hilti – это то, что вам нужно.